Какие дни благоприятные? Очень часто люди спрашивают. Ну вот давайте я вам скажу. Дни благоприятные в любом году звучат так. Для открытия любого бизнеса благоприятные дни. Двойка, тройка, пятерка, семерка, десятка, 11, 12, 13. И дни такие. Понедельник, среда, четверг, пятница. Итак, вы хотите открыть бизнес в понедельник. Смотрите, у вас понедельник четвертое. Понедельник, допустим, шестое, понедельник восьмое, нельзя открывать. Но зато у вас может быть среда третья, и откроете в среду третьего. Вот как этим пользоваться. Итак, для открытия бизнеса второе, третье, пятое, седьмое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое, тринадцатое и соответствуют дни понедельник, среда, четверг, пятница. Если у вас же очень крупный бизнес, какой-то гениальный, большой, вы собираетесь открыть, я не знаю, там, отель, огромный ресторан, продуктовый супермаркет, то для вас хорошо дни 2, 3, 5, 7, 11, 4 и 13, а дни среда, четверг и пятница. Но если у вас есть судебное дело, то вам необходимо делать подавание на суд или там идти на суд или там какие-нибудь иски писать в дни 3, 5, 8, 10, 13 и 15. И больше всего к этому подходят дни воскресенье, среда и пятница.